Вот по такой схеме я подключил блок управления. Сразу скажу, что все активаторы замков у меня в автомобиле уже были установлены и соединены параллельно в одну цепь. Так что мне оставалось лишь найти два вывода и подключить их к блоку управления. Итак, мы имеем два основных провода питания, к которым подключается аккумулятор, красный к плюсу, а черный к минусу. Также к красному проводу подключаем два желтых, а к черному два оранжевых провода. У нас остается два провода, белый и белый с черной полоской. Их я подключил к активаторам замков. Помимо закрывания и открывания дверей, данный блок позволяет подключить доводчики стекол, подключить габаритные огни или же поворотники. Это добавляет функцию поиска машины на парковке, а также отдельный вывод для открытия багажника. Давайте посмотрим, как блок работает на практике. И сразу прошу прощения за чистоту машины. Одним словом, на улице весна. Установил я наш блок управления центральным замком. Смотрим, как он работает. Наш ключ.